Доброго времени суток, дорогие подписчики, с вами канал CryptoxBlog, и сегодня мы поговорим о проекте под названием Matrix. Я бы хотел рассказать об одной крайне перспективной криптовалюте, которая имеет шансы стать самым перспективным гемом 2021 года, ввиду своей сильной технической продвинутости, опережающей другие криптовалюты. Данная криптовалюта называется Matrix AI Network, или сокращенно MAN. Ее ключевой особенностью является то, что данный проект представляет собой не просто блокчейн для отправки транзакций и создания смарт-контрактов. Matrix AI Network – это умелая комбинация блокчейна с искусственным интеллектом. Это открывает огромные возможности для использования данного блокчейна даже, казалось бы, в самых обычных областях. Например, смарт-контракты Matrix AI Network используют программирование на естественном языке и адаптивные шаблоны, созданные на основе глубокого обучения. Таким образом, в Matrix AI Network действует так называемая система автоматического кодирования. Уже сейчас в ней поддерживаются английский и китайский языки, а дополнительные языки еще будут добавлены в будущем. Защищенная виртуальная машина Matrix AI Network на базе искусственного интеллекта выявляет потенциальные лазейки и злонамеренный код, обеспечивая при этом устойчивость к высокоинтенсивным атакам с использованием самых продвинутых современных технологий взлома. И кстати, что касается китайского языка, в данный момент Matrix AI Network активно сотрудничает с китайскими IT-компаниями и даже госучреждениями. Например, одна из больниц Китая уже использует систему искусственного интеллекта от Matrix AI Network для более точного диагностирования рака. Что же касается алгоритма консенсуса, то в Matrix AI Network он тоже является необычным. В основе Matrix AI Network лежит особый протокол, который, во-первых, имеет возможности интеграции с другими цепочками, а также использует экономичный и безопасный консенсус под названием Hyper Proof of Work, который представляет собой смесь классических Proof of Stake и Proof of Work, позволяя использовать только лучшее от этих систем. Таким образом, пропускная способность сети Matrix AI Network на данный момент составляет 12 000 TPS, что в более чем 1000 раз быстрее сети Ethereum. Ввиду этого, каждый желающий может уже сейчас присоединиться к майнингу в сети Matrix AI Network, зарабатывая монеты MAN с прибыльностью до 15% годовых. Алгоритм действий тут довольно простой. Первое. Создайте кошелек на сайте wallet.matrix.io, надежно сохранив приватный ключ. Второе. Купите монеты на бирже KuCoin или Gate.io. Третье. Отправьте свои монеты с биржи на адрес своего кошелька. Четвертое. Перейдите в режим совместного майнинга и найдите хороший пул. И в заключение пятое. Выберите гибкий или фиксированный режим и сделайте ставку. При этом гибкий и фиксированный режим отличаются максимальным числом участников – 100 или 2000, но годовая доходность, как я говорил раньше, может достигать 15%. Кстати, что касается покупки, монета MAN сейчас торгуется на многих биржах, но при этом некоторые биржи, например Huobi, все еще поддерживают только старый ERC-20 токен MAN, поэтому команда проекта рекомендует покупать их монеты именно на биржах KuCoin и Gate.io. Цена покупки при этом сейчас составляет примерно 15 центов, хотя ценовой рекорд монеты MAN достигает 2 долларов. Так что сейчас, возможно, лучшее время для покупки данной монеты. Ведь учитывая весь уровень технической продвинутости, искусственный интеллект, автоматические смарт-контракты и быстрый выгодный алгоритм консенсуса, данная монета является сейчас одной из самых недооцененных, а значит может неплохо выстрелить в 2021 году. Тем более, что команда Matrix AI Network сотрудничает со множеством крупных компаний и блокчейн-проектов. Но это, разумеется, только мое мнение. Вы же должны провести собственное исследование и самостоятельно принимать решения о любых инвестициях, потому что криптовалюты всегда сопряжены с большим риском. И гарантировать вам какую-либо прибыль я не могу. Для получения более подробной информации вы сможете обратиться на сайт Matrix AI Network, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео. А своих зрителей я благодарю за внимание. С вами был канал CryptoxBlog.
Оставляйте свои вопросы в комментариях. Отвечу на все с удовольствием. До новых встреч!